Яркий образец классицизма и последняя работа великого зодчего Джакомо Кваренги. Украшает набережную уже почти 200 лет. Здание строили как англиканскую церковь. Здесь она и была, до революции. Потом годы забвения, времена экскурсионного бюро, ну а теперь наступает новая эпоха. К открытию готовят концертный зал на английской набережной. В театре Music Hall большие перемены. Во-первых, смена названия, теперь он музыкальный театр имени Шаляпина. Во-вторых, ремонт сразу двух площадок, старой в Александровском парке и новой в этом историческом здании. Необычное пространство, не похожее на другие залы в Петербурге, даже на церковные залы. И я считаю, Фабио Мастранжело, художественный руководитель театра, что это будет прямо открытие для петербуржцев. Перед вами тот самый зал, в котором давным-давно шли службы. Церковный интерьер, казалось бы, утрачен навсегда. Но когда реставраторы приступили к работе, обнаружили много артефактов. Не только под паркетом и на стенах, но и под потолком. Изначально мы думали, что она закрашена, но оказалось, что это картонка, выкрашена в бежевый цвет. Картонку мы удалили, и под ней оказались надписи. То есть это надпись 19 века? Вот эта вот надпись, которая темным цветом, она 19 века. Ближе к алтарю мы видим надпись более светлыми буквами, она, скорее всего, 18 века. Исторические убранства – удивительное наследие англиканской церкви. Это и красочные мозаики, и живописные рисунки на стенах, сейчас они скрыты специальной бумагой, а также колонны с капителями, которые золотили по специальной старинной технологии поталь. Сейчас ее пытаются восстановить. Все это открывается под слоями красок, штукатурки, и многие вещи, они были первоначально неизвестны. Вот здесь на потолке видна некая кривизна, ее будут убирать или она останется? Провис потолка, там, где локально идет отслоение самой штукатурного слоя или там деревянной подшивки, мы ее, конечно, укрепим и все это обратно притянем. Но там, где уже имеет историческую кривизну сами балки, потолок мы в ноль не выровняем. Реставрация не предполагает полного обновления, а скорее расчистку старой краски и восстановление недостающих элементов, чтобы максимально приблизиться к тому, что было после реконструкции архитектора Балтингагена в 19 веке. Тот самый цвет стен был обнаружен за органом, который не двигали с места более 100 лет. Вот в этой нише находился орган совершенно уникальной английской работы. На территории СССР было три таких органа – в Риге, в Ленинграде и в Москве. Единственный орган английской работы находится в Петербурге и будет в нашем концертном зале на английской набережной. 70 лет молчал этот орган, и вот в 2024 году он, скорее всего, зазвучит. Говорят, что у него какой-то особенный звук. Да, современники описывают какой-то особенный огненный, какой-то магический звук. Известно, что люди любили приходить в этот храм именно послушать органную службу. А акустика в зале невероятная. Ее высоко оценил даже британский принц Майкл Кенский, в честь которого дали концерт в 2017 году. Вместе с органом на свое место вернутся и 15 витражей 19 века с изображениями апостолов и святых. Сейчас над ними тоже трудятся реставраторы. Ремонтные работы должны завершить к концу 2024 года. И это будет совершенно новое культурное пространство Петербурга – концертный зал на Английской набережной. Его планируют открыть с особым торжеством.